На любом предприятии и производстве, как правило, используется специальная одежда и обувь. В Краснодаре с 2006 года компания «Техноавиа» активно ведет свою деятельность и производит все это для сотрудников любых отраслей – от нефтегазовой и дорожной до медицинской и пищевой. Сегодня мы побывали на предприятии, узнали, как оно развивается и справляется со сложностями, которые возникли в результате санкций. С 16 апреля нашей компании исполнится 32 года. Все эти 32 года мы находимся на рынке средств индивидуальной защиты и занимаемся производством, поставкой, ну и пропагандированием безопасного труда. Но в связи с введением санкций против Российской Федерации, многие наши поставщики как материалов, так и продуктов ушли с рынка Российской Федерации, и мы вынуждены были, конечно, найти новых поставщиков. У нас достаточно большое количество ресурсов, и мы все успели вовремя их применить для того, чтобы и найти поставщиков материалов для собственного производства, так и найти, перенаправить наши ресурсы на покупку средств защиты у российских производителей. Уход европейских производителей вынудил нас обратить свой взор на производителей Азии, Средней Азии, Китай, Восток, поэтому у нас сейчас в нашем пули поставщиков появились турецкие компании, китайские компании. Самое важное, что при этом не снизили качество продукции, которую выпускаем. Нам это позволило сделать собственную аналитическую лабораторию, где мы проверяем качество закупаемых материалов. В производстве мы используем импортное оборудование, и, естественно, с закупкой материалов возникают сложности, но, слава богу, ресурсы компании позволили своевременно и запастись запасными частями, и в том числе мы находим возможные каналы для замены и на аналогичные запасные части или через параллельный импорт.